А я хочу представити вам нашого експерта Вал Бікташев з Америки, з Флориди. До нас прилетів на програму «На правдиве шоу». Він якраз є майстром феншуй. Добрий вечір. Вал Бікташев – майстер феншуй. Живе у Флориді. Його консультація коштує $1000 за годину. Автор бестселеру «Феншуй. Гід для повного ідіота». Книга перекладена 20 мовами світу. Зіркові особистості США, серед яких Дональд Трамп та Чак Норріс, уже скористалися послугами Бікташева. Вал, що таке взагалі феншуй? От простими словами, можеш нам пояснити? Моя робота – складні речі робити простими и практичными, чтобы сразу помогло людям, без долгих разговоров. Фэншуй – это движение энергии в пространстве и времени. Пространство измеряется компасом. Компас – это научный инструмент. Компас показывает север-юг, если он китайский. Компас показывает север-юг, если ты мусульманин, коммунист или христианин. Он всегда показывает в одну и ту же сторону. То есть она не зависит от религий. Время – это когда построен дом. И я рассчитываю, где какая энергия находится, и потом я рекомендую энергию, которая не очень поддерживает человека. Я с этой энергией договариваюсь, чтобы она начала помогать семье. Вот. А те энергии, которые помогают людям, но они были скрытые, возможности есть, но скрытые, то я им открываю возможность зайти в дом и сделать все очень хорошо. Олена Вардиніаді, майстер феншуй, сьогодні теж. Добрий вечір. Олена Вардиніаді – майстер феншуй, експерт з китайської метафізики, астрології та китайської медицини. Нещодавно прийняла буддизм, має вищу медичну освіту. Жити довго, щоб вчитися – девіз Олени. Вважає, що ніхто не може повністю зрозуміти феншуй, якщо не спробує особисто. А, Олено, за якими ознаками ми можемо зрозуміти, що в нас вдома неправильний феншуй? Признаків таких особих нету. Якщо чоловік щаслив, здоров, если в семье все в порядке, ладится, дети рождаются, муж с женой ладит, значит, все хорошо в семье. Но если возникают какие-то проблемы, значит, и в пространстве проблемы. Потому что наша жизнь – это отражение того пространства, в котором мы живем. Если вы больны, то, наверное, у вас действительно и с фэншуем что-то не очень хорошо сейчас. Вікторія Хілініч – майстер феншуй, член Асоціації китаєзнавців України, спеціаліст китайської астрології та нумерології, дизайнер інтер'єру, володарка більше десятка міжнародних спеціалізованих сертифікатів і дипломів з феншуй. Якщо у вас недостатньо средств, щоб забезпечити свою сім'ю, значить у вас теж щось стоїть наладити в феншуй, тому що феншуй займається іменно потоками грошей и налаживанием отношений и здоровья. Тоже очень створится. Это же не значит, что нужно менять фэншуй. Вопрос не о том, чтобы менять фэншуй. Люди гибнут, все такое творится. У нас чуть-чуть, я по-другому считаю. Я считаю фэншуй у каждого в душе. Как ты себя настроишь, вера в... Позвольте мне с вами не согласиться, потому что фэншуй – это то, что связано с окружающим вас пространством. То, что связано с вашей душой, это отдельная совершенно наука, и она есть в разных странах по-разному проявлена. Фэншуй – это математические расчеты зачастую, или оценка окружающей среды, ландшафта, и как он влияет на жизнь человека. Его внутренний мир здесь не играет никакой роли. Інна Силантьєва в нашій студії теж сьогодні, громадський діяч. Добрий вечір. Інна Силантьєва – успішна бізнес-леді, дружина відомого українського олімпійського чемпіона Дениса Силантьєва. Вважає, тільки любов, гармонія та справжні сімейні цінності здатні принести щастя та успіх в житті. А феншуй – це марна трата грошей. Інна, у вас вдома все… У кожного чоловіка є своя судьба, це однозначно. І ми іноді строїмо себе самі життя, розумієте? Человек должен мечтать, человек должен хотеть. Фэншуй – это, мне кажется, одна составляющая, это же желание любого человека. Ну, я, например, у меня дома, я не придерживаюсь фэншуя. Я придерживаюсь, знаете чего? Чтобы у меня был дома покой. Я стараюсь относиться хорошо к мужу, понимать его, к ребенку.
Понимаете, я считаю, это и есть самый главный фэншуй. Любить их, заботиться о них, так как они обо мне. Мне так кажется. Любить друзей. И тогда это полноценная гармоничная жизнь. Да? Да. Судьба – это то, что параллельно идет с фэншуй. Это отдельная история. Кристина Бусина тоже весь верила в фэншуй. Она изучается в Китае наукой, называемой бадзи, четыре столпа судьбы. И там изучается, какая удача у человека от рождения, какой он получил. Может быть, ему сразу хорошо с детства, может быть, ему плохо, и это можно увидеть. И может человек быть, может улучшить немножко свою судьбу, если он поможет себе с помощью фэншуй, если он будет совершенствоваться с другими духовными практиками, как вы говорите. Но это совершенно разные вещи. Может быть, вы правы.